Наблюдаю, контакт. 100. А между камнем и сосняком. Приняли. Может, это я? Утверждаю контакт. Боязнь. 100. Сотня. Двое. Один на склоне на горизонте, второй левее под камнем. Справа, походу, снайпер либо пулеметчик. Смотрит в нашу сторону. Заходим на 180, обходим с той стороны. Сейчас вертолет подлетит. Вертолет на 60. Ложись! Надо... И на меня, это куда-то вытягался опять. Да? Третий еще справа от двух елок на 110 вылез. Значит, одна группа там. Да. Ща у нас из-за спины верт выйдет. Да-да. Он ловушки, сука, отстреливает. Так, у них движуха началась. Блять, кто стреляет по вертолету-то? Ему это как слону дробина. Ребят, не стреляйте по вертолету. БК хоть потратим, легче бежать будет. Вон, тратьте лучше тех на тех, кто на сотне лежит, хотя бы чтобы он спокойно так не был. Подойди поближе. Было хорошо награть. Сто, они наверху или где? Наверху, и слева, и справа. Оттуда стреляет снайпер уже. Так, бесполезно, километров будет ловить будет. Отстрелять ракеты и дальше продолжать на 180 идти. Не надо в бой вступать. Второй, с севера, ну, в лоб идет к нам. Стреляешь! Слушай, где мы? Нас потом будут накрывать. Стреляешь, СС! Поздно, поздно уже стрелять. О, красавчик. Так, трубу не бросаем, трубу не бросаем, идем дальше на... Трубу взял, но он, сука, в хлопушки выстрелил. Чё, не попал, что ли? Вроде попал. Нет. Второй идет. Дымится, полетел вниз. Ладно, сейчас он упадет. Давайте трубу не выбрасываем, на 180 пошли. Скар, прицеливайся на второй. Давай медицину. На 180? Надо обойти чуть-чуть, зачем нам в прямой бой входить? СС, надо было тебя стрелять, когда он на нас шел. Там точно его сбил. А, упал, сука. Я же попал. Продолжайте двигаться, но надо обойти этих бойцов. Кто стреляет из замки? Свои? Свои. Стреляю! Красавчик. Отлично! Чё, попал, что ли? Мне не попал. Да-да-да, падает, попал, сука. Он сядет ещё, наверное. Деревья дохуя. Не, высоко, не сядет, падёт. Сейчас у него авторотация закончится, блять, лимит, и пизда ему. Упадёт. Парашютист, парашютист. Ну а где традиционный Аллаху Акбар, чё вообще? Где ролевые элементы? О, прям на нас сейчас впадет. На деревья, красавчик. Откать. Не стреляйте по нему. Не тратьте патроны, ну ёбнется он. Сейчас когда полезет? Вылезет? Сейчас туда придем и заберем патроны, чем ты переживаешь? Пизда. Долетался.